Добрый день. В данный момент мы находимся в учебной мастерской швейного предприятия «Казаспо», где студенты третьего курса в рамках дуального обучения проходят производственную практику. Предприятие «Казаспо» – казахстанская современная профессиональная одежда. Было основано в 1996 году. «Казаспо» – наш давний соцпартнер. Директором и основателем данного предприятия является Свешникова Елена Александровна, которая с удовольствием сотрудничает с нашим колледжем и создает благоприятные условия для прохождения студентами практики для повышения их профессионального уровня. А сейчас я хочу пригласить вас на небольшую экскурсию по цехам предприятия. А сейчас я хочу вам представить свою бывшую студентку, а ныне начальника экспериментального цеха, Лену. Здравствуйте, я Кизатова Елена Сергеевна. Работаю на этой фабрике уже больше 20 лет. Работаю мастером экспериментального цеха. Начинала я со швеи, потом была начальником закройного цеха, потом была завпроизводством, уходила в декрет и вот пришла начальником экспериментального цеха. Училище я закончила 7-е, ну, сколько лет назад? Давно. Вот Вера Ивановна Горбачева, мой первый мастер. Закончила училище я с красным дипломом, потом поступила в техникум легкой промышленности. Ну вот пришла сюда работать на фабрику. В институт не пошла. Сейчас я хочу снять небольшое интервью со своими студентами. Здравствуйте, меня зовут Майдавлетова Тамирис. Я студентка третьего курса Алматинского колледжа моды и дизайна. На данный момент я прохожу профессиональную практику в предприятии «Казаспо», где занимаюсь массовым пошивом варежек для комплекта. Для себя я выяснила, что мне комфортнее работать с индивидуальным пошивом, но я хочу развиваться всесторонне в данной сфере и иметь опыт в
массовом производстве. Здравствуйте, меня зовут Алена Шер, я студентка третьего курса колледжа моды и дизайна. На данный момент я нахожусь на предприятии КАЗ-СПО, и на данный момент я занимаюсь пошивом перчаток утеплённых. Они входят в комплекты и выглядят так. Данные перчатки отправляются на экспорт. Еще бы я хотела обратить внимание на машинки. Они хорошего качества, но отличаются от машинок в нашем колледже, потому что в нашем колледже высокоскоростные и более современные машинки, потому что они оборудованы по проекту Росмоман. Но я считаю, что это большой плюс, потому что за счет этого я научилась шить на разных видах оборудования. Здравствуйте, меня зовут Кушала Рамина. Я студентка третьего курса Коммунистический колледж моды и дизайна. На данный момент я прохожу практику на производстве. Мне дали изделия зимние косынки. Особых сложностей нет, но ткань, она капризная, пробивается, и поэтому нужно шить с первого раза. Первую неделю у меня очень плохо получалось, пришлось много распаривать, но сейчас уже привыкла и могу легко припосаживать его. Можете обратить внимание, что здесь очень много деталей. Здесь отделочная строчка на миллиметр. Здесь отделочная строчка. И в основном сложности были на нем. И в завершении экскурсии я хочу вас познакомить с нашим наставником, нашим давнишним соцпартнером, мастером, который посвятил своему делу всю жизнь, огромному профессионалу и просто замечательному человеку, Галактионовой Марии Алексеевне. Всем добрый день. Я хочу сказать, что с колледжем моды и дизайна мы сотрудничаем уже длительное время. Я очень благодарна администрации колледжа, мастеру, в том, что девочки пришли подготовленные, ответственные, очень хорошо схватывают весь практический материал. Сейчас они работают с очень сложным ассортиментом. Ну, надеюсь, что мы и в дальнейшем будем сотрудничать, и я хочу пожелать колледжу только процветания и всего самого хорошего. Благодарю.